Компания Gigabyte регулярно обновляет линейку геймерских материнских плат. Сегодня к нам на обзор попала материнская плата Gigabyte Z490 Aorus Elite AC. Сделанная для корпуса в формате ATX, новинка предлагает поддержку сокета LGA1200 для процессоров на базе чипсета Intel Z490. Иными словами, вы сможете поставить в свой новый компьютер любой из процессоров 10-го поколения Intel. Эта материнская плата от Gigabyte отлично справляется с самым мощным на данный момент 10-ядерным Core i9. Сама плата выполнена на достаточно толстом текстолите черного цвета и имеет серую раскраску в стиле Aorus. Как вы можете видеть, Gigabyte Z490 Aorus Elite AC в 4 слота позволяет поставить до 128 гигабайт оперативной памяти формата DDR4 до 5000 МГц. Благодаря 12-фазной подсистеме питания процессора и экранированным каналам памяти, в сочетании с мощной системой охлаждения, материнская плата Z490 Aorus Elite AC способна выдержать даже очень высокую нагрузку, даже если вы собираетесь играть 24/7, выходящий в ноябре Cyberpunk на максимальных настройках. Два разъема стандарта M2 предназначены для высокоскоростных SSD. Для любителей хранения больших объемов на материнской плате предусмотрены 6 разъемов SATA 3. Ну и естественно, нельзя забывать о внешних портах USB. Здесь вы найдете два выхода USB 3.2 и один незаменимого формата Type-C, который пригодится как для подключения, например, современного монитора, так и ваших многочисленных планшетов, телефонов и прочих гаджетов. Еще один заметный плюс Z490 Aorus Elite – это поддержка сетевого соединения со скоростью до 2,5 гигабит в секунду и 7.1-канальная аудиокарта Realtek ALC1200. В комплекте с материнской платой идет модуль 802.11ac, Wi-Fi и выносная антенна на магните, которая подключается с тыльной стороны. Так как Aorus Elite позиционируется как геймерская плата, то не обошлось здесь и без модной подсветки. Впрочем, в современном ПК светятся не только платы, но кулеры, видеокарты и даже жесткие диски. Так что ночью скучно не будет точно. Ну и еще, если вы задумывались о приобретении новых видеокарт NVIDIA 3080 и 3070, то Gigabyte Z490 Aorus Elite AC будет отличным решением, так как дизайн материнской платы позволяет комфортно разместить эту достаточно внушительную по размерам видеокарту. Подводя итог, хочется отметить, что материнская плата от Gigabyte на чипсете Z490 имеет широкий функционал, обеспечивающий комфортные рабочие температуры комплектующих, поддерживает разгон памяти и процессоров, а также сокеты под самое мощное железо игровых ПК. Это отличное геймерское решение, которое предлагает сбалансированное содержание и приемлемую цену в 18 тысяч рублей. Учитывая, что почти все материнские платы на базе чипсетов Intel Z490 стоят очень дорого.